Політика.UA на каналі Рада вітає. Нагадаю, що в Україні триває тиждень грудного вигодовування. В чому його переваги? Запитаємо у медичної експерти дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерини Булавінової. Пані Катерино, вітаю вас у нашій студії. ЮНІСЕФ говорить про те, що грудне вигодовування може врятувати життя мільйонам дітей. В чому ж, власне, переваги грудного вигодовування? Дело в том, что в грудном вскармливании достаточно всего того, что для ребенка нужно. Именно поэтому речь всегда идет об эксклюзивном грудном вскармливании до 6 месяцев. То есть один из показателей успешности грудного вскармливания – это, во-первых, его раннее начало, то есть когда сразу в роддоме прикладывают ребенка к груди, и чем раньше мама начала кормить, тем лучше. И его эксклюзивность, то есть когда ничего другого не дают, кроме грудного вскармливания, до 6 месяцев. У нас с этим, к сожалению, есть определенные в Украине проблемы. И у нас где-то всего 30% эксклюзивность грудного вскармливания вот до 6 месяцев. В основном все равно добавляют воду, добавляют какие-то прикормы, добавляют соки и так далее, и так далее. С ранним началом зато у нас проблем нет. В основном у нас идет раннее начало. Есть, конечно, все равно какие-то факты, когда еще там в роддомах сразу пытаются предложить смесь, но они все-таки не такие частые, но они есть. А загалом, який відсоток діток, яких із самого початку народження вигодовують грудним молоком? Эксклюзивно до 6 месяцев 30%, как я и сказала, а потом у нас есть такие цифры, до 1 года где-то 53% остаются на грудном вскармливании, но оно уже, конечно, комбинируется с другими видами прикорма, и до 2 лет это где-то 1/5 часть, это где-то 26%, согласно нашим последним исследованиям. Если сравнивать, например, с европейскими странами, можно говорить, что в Украине довольно высокий відсоток вигодовування грудным молоком малечи? Очень трудно сделать такое сравнение, потому что все страны друг от друга отличаются. И вообще, вот эта инициатива по грудному вскармливанию, это не что-то такое, что делается там для одних стран, не делается для других. Это во всех странах есть движение в сторону грудного вскармливания, эксклюзивного грудного вскармливания. Можно часто увидеть на Фейсбуке, например, споры о том, можно ли публично кормить или нельзя. И фотографии, например, в поддержку этого, и люди активно это обсуждают. Помимо публичного кормления, например, если вы выезжаете за границу, вы чаще видите условия, созданные для кормления. Например, вы заходите в туалет в аэропорту, там всегда есть место для переодевания, предположим, да, и какие-то места для кормления. Да, пеленальный столик, и там можно, например, покормить, если женщина там стесняется, и она не будет, например, кормить публично, потому что это в разных культурах очень по-разному. Но и у нас в Украине можно уже увидеть этот тренд. Очень во многих ресторанах даже сейчас есть такие объявления, что мы и не против, и вот, пожалуйста, и мы вот как бы, ну вот, то есть как бы, вот, ну, культура такая инфраструктурная, она пытается это как-то перенять, чтобы дать больше возможностей, потому что, в принципе, если мама, например, кормит только дома, и ее не поддерживает вот эта вся среда, то мама и меньше выходит, и это как-то влияет на отношения в семье. Поэтому, конечно, если все за грудное вскармливание, если все его поддерживают и под это созданы все условия, это упрощает жизнь женщины как и по выходу куда-то, да, на какие-то светские выходы, так и, например, прихождение на работу, куда ей могут привезти ребенка, и где есть место, где она может его покормить, и, например, отдать там бабушке или мужу, если тобто он с ним сидит. Тобто вся культурна инфраструктура, вона тільки от перші етапи, вона тільки починає розвиватися? Она развивается, но как-то очень так постепенно, но развивается. Началось это движение давно, то есть началось еще с 90-х годов, когда мы, как ЮНИСЕФ, тоже участвовали в этой инициативе. Она называется на английском Baby Friendly Hospitals, да, либо лекарня доброзичливого до дитини. Там не только лекарни в этом участвовали, но и роддома, и получали такую табличку, ее сейчас можно увидеть, на которой написано лекарня доброзичливого до дитини, там лого ЮНИСЕФ, лого Минздрава и так далее. С одной стороны, введение этой системы было достаточно успешным поначалу, но потом она как-то очень слабо поддерживается. Что я имею в виду? То есть такая система была для того именно, чтобы в роддомах прекратить введение смеси, прекратить то, чтобы ребенка забирали и держали его отдельно, как это было раньше модно, да, какое-то время, чтобы его оставляли вместе с матерью, чтобы было сразу прикладывание к груди. То есть, с одной стороны, и успехи в этом есть, но с другой стороны, и некоторые провалы тоже есть, потому что не все так хорошо работает. И вот бывают такие факты, когда и пытаются смесь дать, и на стенах медицинских учреждений можно увидеть рекламу смеси и вместо рекламы грудного вскармливания. И в некоторых детских больницах в определенных ситуациях происходит отмена грудного вскармливания там, где это не обосновано. То есть ситуация неоднозначна. Она и не ужасающая, но и не супер хорошая. Она как бы балансирует и, безусловно, нуждается в
дополнительных усилиях, еще, чтобы ее улучшить. Оці додаткові зусилля, насамперед, залежить від самої влади, від популяризації переваг цього грудного годування. Во-первых, хотелось бы, конечно, чтобы люди властимущие, поскольку мы с вами находимся на канале Рада, то мне бы хотелось, чтобы депутаты, причем не только дамы, но и мужчины, об этом больше говорили. Из такого, что я помню, Ирина Сысоенко брала участие, депутат Сысоенко брала участие в этой кампании, она говорила про свой опыт кормления, я даже снимала с ней такой ролик, где она достаточно откровенно и очень забавно там это рассказывает. Хотелось бы, чтобы этого было больше. Мне кажется, что это такие комбинированные усилия как медицинского сообщества должны быть, так и властей, так и, в общем-то, всех людей. Чем больше это будет обсуждаться, тем будет лучше. Например, одна из инициатив, которая очень помогает грудному вскармливанию, является очень популярной в Киеве, но и в некоторых других городах тоже, называется «Молочные реки». У нее есть такой вдохновитель у этой инициативы, зовут ее Ксения Соловей, она очень много дает лекций, проводит занятий, и она обучает таких консультантов по грудному вскармливанию. За последнее время, благодаря, в общем-то, содействию властей тоже, этих консультантов по грудному вскармливанию стали впускать в роддома, да, то есть какое-то количество лет их впускают в роддома. Вы понимаете, спілкуватися ще із породілею вже, чи з вагітною жінкою? Вообще они могут общаться и с беременной женщиной, если она готовится к этому процессу. И в роддоме, если женщина родила, то, например, начинаются какие-то проблемы, прибытие молока большое, да, все женщины боятся сцеживания, что это больно, там, например, и так далее. То есть они могут дать консультацию очень хорошего уровня, и женщины все страшно довольны их консультированием. Но в чем проблема? Их-то пускают в роддом, но получается как бы две параллельные ветки. Консультанты сами по себе, врачи и медсестры и акушерки сами по себе. То есть хотелось бы еще большего взаимодействия между ними. Как пример этому у нас было занятие для врачей, на которое мы пригласили Ксению, и она врачам рассказывала, как консультировать мам по поводу грудного вскармливания. И врачи были очень удивлены этим всем, и они сказали, что о, если бы нас так учили когда-то, то мы бы, ого-го, как бы мы у себя бы консультировали. А подходы достаточно суттєво изменились? Я бы сказала, что достаточно изменились. И то, как излагают, и то, я бы сказала, что суть вот того, что делают молочные реки, очень отвечает потребностям женщин. То есть вот то, что вот хотят женщины, каким-то практическим вопросом женщины, как это делать, и то, что такой консультант теория, может... А уже это конечно, практичные конечно. Занятия. И то, что консультант может приехать домой, посмотреть, как женщина прикладывает ребенка к груди, наладить этот весь процесс, и то же самое может сделать в роддоме, это очень существенно меняет дело, однозначно. Потому что раньше, по сути, эти вопросы решались только сцеживанием, про которое рассказывали всякие ужасные истории, и все эти истории как бы отпугивают, и, в общем-то, грудное вскармливание очень часто воспринимается вот этой исторической такой памятью про вот эти все страшные рассказы, маститы, какие-то нагноения, какие-то ужасы, как что-то такое страшное, болезненное и так далее. А у них совершенно другая концепция, что это что-то приятное, что это можно сделать приятным, комфортным, как бы другая концепция и очень практичная. Насколько я понимаю, что грудное выгодовывание достаточно позитивный момент не только для дитини, а для мамы, яка выгодовывает, оскільки грудне вигодовування знижує ризик розвитку раку молочної залози на 19%. У мене такі є статистичні дані. Действительно, є маса різних дослідувань, які говорять про те, що грудне вскармлювання дуже позитивно впливає на кормящу маму. Хотелось бы отдельно затронуть вопрос, связанный с зоной конфликта в Украине, да, которая находится близко к прифронтовой линии, к людям, которые вынуждены были оставить свои дома, да, и как бы уйти, у которых были маленькие дети. И нужно сказать, что мы проводили там даже специальные исследования, при которых женщины при опросах, 30% женщин говорят, что из-за стресса они остановили кормление грудью. И мы всегда призываем женщин, наоборот, в такой ситуации продолжать кормить, поскольку это снижает стресс для ребенка и снижает стресс для самой женщины. А вот за рахунок стресса можно и втратить грудное молоко? В принципе, да, но опрос показал, что они останавливали не из-за того, что у них прекращался приток грудного молока, а именно из-за вот общей такой стрессовой ситуации. Поэтому в ситуации какого-то кризиса большого женщины нуждаются в еще большей поддержке для того, чтобы они не прекращали кормление грудью, для того, чтобы они сохраняли грудное вскармливание. Это важно для ребенка и для женщины. Однако, как в ситуации кризиса, так и без кризиса,
грудное вскармливание – это не только дело женщины, потому что для нее вот эти все условия должен создать семья, ну, мужчина, но в Украине очень много бабушки и дедушки влияют на процесс, то есть вся семья должна быть вовлечена в этот процесс для того, чтобы грудное вскармливание было успешным. Однозначно это не только сама женщина, то есть это дело всей семьи и папы тоже. А для того, щоб на державному рівні покращити показники грудного вигодовування дітей, от що сьогодні недостатньо, що має зробити влада в цьому напрямку? Во-первых, мені кажется, що об этом говорить, максимально промоутировать это, то есть максимально популяризовать это, максимально пытаться создать условия для этого. Я бы, например, хотела увидеть, по-моему, в Европарламенте, мне кажется, были такие фотографии, где кто-то из депутатов пришел с маленьким грудным ребенком, и там же его в парламенте кормил. Я бы хотела у нас такое видеть. Я бы хотела, чтобы у нас вот женщины, потому что у нас опять-таки из депутатов Ирина Геращенко, да, часто там постит фотографии с маленькими детьми, со своим маленьким ребенком и так далее. Я бы хотела, чтобы этого было больше. Я бы хотела увидеть детей в парламенте на заседании маленьких. Ну, в парламенте уже открыли навіть дитячу кімнату, тобто перший крок зроблено для того, щоб все ж таки мама не розлучалася з маленькою дитиною, навіть на роботі могла приділити їй певний час для хоча б короткого, незначного спілкування, але того спілкування, яке досить необхідне дитині. Як би ви загалом оцінили вітчизняну політику у цьому напрямку? Она, с одной стороны, и существует, у нас есть масса хорошо прописанных документов, но вот дальше, когда речь идет об исполнении этого всего, и это все можно было бы улучшать, и это, безусловно, находится как во власти Министерства здравоохранения, которое может придумать стратегию, как улучшить эти все практики в роддомах и сделать их действительно дружественными для ребенка, и как улучшить консультирование по этому вопросу на первичке, да, то есть когда ребенок из роддома выписан, чтобы и фельдшер, и медсестра, и врач, если он там есть, например, если это село, иногда там нет врача, чтобы они могли грамотно, комфортно проконсультировать маму и всю семью для того, чтобы она могла продолжать кормить ребенка грудью. Но и, безусловно, более широкую государственную политику, в котором везде это должно быть в фокусе внимания. То есть, например, если открывается что-то, куда приходят женщины с детьми, чтобы там всегда было место, где они могут кормить, например. Если это работа, чтобы она не ущемляла права женщин, чтобы кормящую женщину могли отпускать домой покормить, либо выделять ей какое-то время кормить. То есть вот эти вот все вещи, они, конечно, должны поддерживаться государственной политикой. А от, власне, стосовно пологових будинків, немає статистичних даних, яка ситуація, наприклад, в центрі, в великих містах, зрозуміло, хотілося б вірити, що популяризація продовжується. А як у маленьких містах? Я вам хочу сказати, з нашого опыту, ми дуже багато працюємо з докторами, я лично дуже багато працюю з докторами, медсестрами, фельдшерами по різним темам, і вакцинація, і грудне вскармлювання, педіатрія, акушерство, все що угодно, там з групами різних спеціалістів. Так от, я би сказала, що це якраз удивительний случай. Чим менше город і чим ближе к селу, тим обстановка здоровіє намного. Тем люди меньше применяют лишних препаратов каких-то, тем люди охотнее вакцинируются, например, тем люди охотнее кормят грудью. Чем город больше, тем больше каких-то мнений, странных идей, вот как-то вот, и все сложнее. Ну, а загалом за останній період, от дивіться, з 2004 року діє ця програма «Лікарня доброзичлива до дитини». Навіть раніше, з 98-го, по-моєму, її ввели, я навіть з собою принесла. От з 95-го почалася ця ініціатива, і по офіційним даним 73% в Україні медичних учреждень, які займаються дітьми, сертифіковані як от доброзичливі до дитини. Друге діло – виконання і качество цього – это немножко другой вопрос. И, кстати, Facebook очень интересный инструмент в этом отношении, поскольку Facebook в Украине, безусловно, очень силен, и нет ничего тайного, что не стало бы вдруг явным на Facebook. Так вот, вообще движение женщин в сторону своих прав, там, рожать, как они хотят, кормить так, как они считают правильным, оно очень сильно выплеснулось на Facebook. И там есть достаточно много жалоб, часто бывает, о том, что и неправильно консультировали, и там предлагали смеси, и пытались там, ну, как бы прекратить грудное вскармливание, вот такие вот вещи. И есть, например, сейчас движение женщин против агрессивного акушерства, так называемого. То есть сейчас женщины очень серьезная сила, вот в плане
своей позицией какой-то. Там можно спорить, например, там, по каким-то пунктам. Но, в принципе, нельзя недооценивать то, что женщины стали занимать значительно более проактивную позицию про то, что они хотят, как они хотят и как они будут это делать. Угу. Ну и можно говорить про то, что жінок все больше хочет годувати груди. Вот какая тенденция за останній період? В принципе, есть такая тенденция, да. То есть я бы сказала, что есть тенденция про то, что это более популярно становится. Другое дело, что есть какие-то, ну, все равно аспекты, моменты. Например, эксклюзивно ли это до 6 месяцев, да, то есть только ли грудное молоко, или это грудное молоко с чем-то еще смешивается вместе, да, то есть есть какие-то детали, но в целом есть такая тенденция, и не только в Украине, а вообще и в европейских странах, и в Штатах, про большую популярность грудного молока. С приводу цього эксклюзивного вигодовування дитини груддю, молоком маминим, до року ви як експерт, як лікар говорите про те, що не потрібно крім молока дитині більше нічого, і ця практика незмінною залишається. Да, да. Но про нее, опять-таки, если взять наши все там учебники и мнения, то все врачи вдруг расскажут все по-разному, а Всемирная организация здравоохранения считает, что до 6 месяцев только эксклюзивно кормить грудью. Вот. И поэтому вот от этого разночтения массы мнений и, например, страхов, вот на улице жарко, надо, значит, ребенка допаивать там водой, например, или ой, он большой, ему чего-то еще не хватает, чтобы поддерживать его вес, надо его еще чем-то докормить, ну и так далее, и так далее, или там ой, он голодный, он там, ну, как-то там вот эти вот все страхи, они влияют на эксклюзивность этого грудного вскармливания. Но в целом тренд позитивный однозначно. Як довго потрібно годувати дитину грудьми? Ну, эксклюзивно до 6 месяцев, так, считается хорошо до года точно, ну, продолжать давать ребенку грудь, но при этом существуют мнения, при которых мама должна кормить столько, сколько она хочет его кормить. И есть ситуации, когда кормят до 2 лет, есть ситуации даже, когда кормят детей старше. Но, на мой взгляд, это выбор мамы и выбор семьи, как поступать. Но для того, чтобы ребенок был здоров, то до 6 месяцев желательно эксклюзивное грудное вскармливание и желательно продолжать в каком-то объеме его кормить до года. Хочу еще подчеркнуть, что грудное вскармливание защищает ребенка от очень многих заболеваний, но не является защитой от тех инфекций, которые предотвращает вакцинация. Поэтому это вещи, которые нужно обязательно делать параллельно. Грудное вскармливание и вакцинация. И про це говорить ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФ спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я розробили глобальну стратегію з вигодовування дітей грудного віку. Что она собой представляет? В общем-то, все то, о чем мы и говорили, про всяческую поддержку разнообразную в грудном вскармливании, как работу с медработниками, так и компании с родителями, так и работу с властями и все прочее. Один из практических примеров. Кто больше поддается тренингам? Все же таки медичные працівники или женки, которые собираются выгодовывать детей грудью? У женщин есть практическая потребность. То есть, если женщина беременная, либо она родила, у нее это не теоретический вопрос. У нее это глубоко практическая потребность получить информацию, как сделать это для себя комфортно. Поэтому, конечно, если такая женщина находит хорошего консультанта по грудному вскармливанию, либо доктора, который умеет это хорошо объяснить, либо медсестру или фельдшера, то, безусловно, она очень активно впитывает эти знания, потому что для нее это сугубо практический, как то кажуть украинскую мову, нагальное питание. Чтобы это было безболезненно, да, почати дитину годувати грудью. Від чого насамперед залежить? Правильно прикласти до грудей дитину? Правильное прикладывание, безусловно. Если вернуться, чуть разукрупнить эту картинку, тоже про инициативы, вот еще, которые могут применяться. Например, фонд Ахметова очень активно помогал на Востоке и помогает, насколько мне известно. И были разные корзины там, с питанием, с разной гуманитарной помощью, которые возили. Так вот, в первый состав этой корзины входило детское питание, искусственная смесь входила. И ЮНИСЕФ работал с фондом Ахметова для того, чтобы эту политику поменять, и чтобы фонд Ахметова тоже поддержал инициативу по грудному вскармливанию, что и произошло, для того, чтобы не провоцировать женщин переходить на смесь, а наоборот, еще больше поддержать их в зоне конфликта, для того, чтобы они продолжали
грудное вскармливание. Поэтому инициативы в этой большой стратегии могут быть самыми разными. Мы, например, всячески пытаемся работать часто с молочными реками для того, чтобы их укрепить, чтобы больше женщинам дать информацию о том, что такое консультирование есть. Мы приглашаем молочные реки на тренинги с докторами. У докторов реакция бывает разная. Сначала они воспринимают эту тему как очень банальную. Ну что вы нам тут расскажете, мы все знаем. Но потом, когда они начинают это рассказывать, то это настолько в другом каком-то вот качестве, что докторам это очень нравится, особенно тем, которые консультируют женщин, ну, то есть как педиатрам, акушер-гинекологам, семейным докторам. Угу. Ну и, власне, а от яких умов бывает так, что остаточно жінка народила, а лікарі їй не радять, просто забороняють вигодовувати дитину? Это в основном, чи бувають такі випадки, як, що тоді жінки робити в такому випадку? Такі случаї бувають, і такі случаї в основному бувають, ну, крайне редкими, и есть, в общем-то, единственная ситуация, когда они кормят грудью, это ВИЧ-позитивные женщины, они грудью не должны кормить, чтобы, ну, риск передачи, да, ну, там бывает еще крайне-крайне какие-то редкие ситуации. Это, по сути, единственный выпадок, когда мама очень редко, ну, бывает, когда там женщина проходит лечение, например, от рака и находится в этот момент там на очень специфической терапии, ну, это редкие-редкие-редкие случаи. Если раптом стресс и все-таки таки жінка втрачає молоко. Які поради насамперед? Мой первый совет, если она чувствует, что количество этого молока уменьшается, немедленно сразу обращаться к консультанту по грудному вскармливанию, либо к доктору, для того, чтобы он практические советы давал по тому, как прикладывать, чтобы увеличить приток молока. Были ситуации, когда возвращали грудное вскармливание, при таких ситуациях. Але паралельно потрібно підключати штучне? Конечно, но это должно решаться в индивидуальном порядке, потому что одному человеку достаточно будет быстрый, например, возврат, да, этого всего, а у другого это займет какое-то время, и в это время нужно будет докармливать. То есть все это нужно сразу решать со своим педиатром и с консультантом по грудному вскармливанию. А знаете, бывает, жінка народжує, и такий термин применяют, вона не молочна, нема в неї молока. Що, знаете, я очень не люблю эту дискриминацию. Я вообще любую дискриминацию не люблю. Но я считаю, что это кожна равно... жінка може годувати грудьми свою дитину. Каждая женщина может кормить за однозначно. Тих в каком объеме, в каком объеме, как это все индивидуально будет, это и так далее. Но на мой взгляд, важно не дискриминировать ни того, кто кормит, ни того, кто не кормит. Да? То есть, ну, уважать все позиции и максимально стараться способствовать грудному вскармливанию, но при этом, ну, уважать все позиции для того, чтобы не было дискриминации. Про це говорить медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова. Я вам дякую за розмову і дякую, що ви були з нами. Залишайтеся і далі на парламентському. Побачимось.